Здравствуйте, друзья! Добрый вечер, Лужники! Привет, Москва! Нас слышно, отзовитесь! Замечательно! Ну и, конечно, здравствуй, наша большая, дорогая, любимая Россия! Мы рады всех вас приветствовать на международном спортивном форуме «Россия. Спортивная держава. Москва-2010». Сегодня с вами, дорогие друзья, суперзвезда мирового фигурного катания, самая красивая женщина на планете Татьяна Навка! И Дмитрий Губерниев! Ну что ж, друзья, я думаю, что сегодня это чуть ли не единственное время и место, когда все мы можем окунуться в атмосферу 30-летней давности. Тогда, 30 лет назад, прошли знаменитые на весь мир, удивительные, увлекательные Олимпийские игры в Москве. Простой советский человек мог отчетливо ощутить себя частью огромного мира 30 лет назад, во всем его величии и многообразии, сотни языков, сотни культур, сотни традиций, и все это в буквальном смысле слова в одном шаге от тебя. Это было время, когда здесь и сейчас рождались новые мечты, покорялись новые вершины. Это было время, когда человек понимал, что при всем многообразии и различии культур мы все так похожи. Мы все люди нашей дорогой планеты. И сегодня, благодаря международному спортивному форуму «Россия. Спортивная держава. Москва-2010», мы можем увидеть героев тех времен. Внимание, Лужники, внимание, России! На нашем празднике присутствуют ветераны спорта, люди, которые 30 лет назад здесь, в Москве, защищали честь своих стран. Итак, встречайте, участники и, конечно, победители и призеры Олимпиады 80! Глядя на этот великолепный парад ветеранов олимпийского движения, так и хочется сказать: слава олимпийцам, слава чемпионам, да здравствует спорт! Давайте вспомним блестящие страницы Московской Олимпиады. На 22-х Олимпийских играх в Москве было разыграно 203 комплекта 21 виде спорта. 5179 лучших атлетов со всего мира приехали побороться за звание королей и королев спорта. Самым юным участником Олимпиады был 13-летний ангольский пловец Жорж Лима. А самым возрастным участником стал 70-летний болгарин Евтмен Красимир Крастев. Вот несколько достижений тех игр. Советский стрелок Александр Милентьев установил мировой рекорд по стрельбе из пистолета, который никто не может побить уже более 30 лет. Владимир Сальников завоевал 3 золотых медали. На дистанции 1500 метров вольным стилем он впервые выплыл из 15 минут со временем 14:58.27. А 18-летняя восточно-германская спортсменка Биргит Фишер выиграла заезд байдарок одиночек на 500 метров. Это была первой из ее 8 золотых олимпийских медалей, последнюю из которых она завоюет через 24 года на Олимпиаде в Афинах. Гимнаст Александр Детятин выиграл 8 медалей в 8 видах гимнастической программы. Из них 3 золотые. До этого не удавалось никому сделать подобное. И это лишь немногие достижения той Олимпиады. И мы очень рады видеть ее участников здесь здоровыми и веселыми. Лужники, давайте поаплодируем блестящим героям той памятной, знаменитой Московской Олимпиады 80-го года. Вот они все перед нами. Ура! А сейчас, внимание, дорогие друзья, флаги нашего праздника внести!